Всем привет! У нас сегодня трафаретики и рамки. То есть трафарет в рамках. Но у нас рисунок роза. Для этого мы использовали вот такой трафарет. Вот такой трафаретик. Это показано будет все в видео, как это все делать. Сейчас у нас уже все это высохло. У нас розы высохли. Потом мы брали вот такую штучку, клеили наждачку и зачищали полностью розы, чтобы потом покрывать их металлом. Мы будем эти розы покрывать медью, а после этого мы будем патинировать металликом. Это все будет показано. Сейчас мы вокруг роз, это все пространство, будем заполнять гротто декоративной штукатуркой, будем разбавлять розы, наши панно будем доделывать. Для этого мы используем декоративную штукатурку. Торговой марки Пайдал. Она у нас белого цвета. И вот такие вот шпатырьки, которые мы будем набирать. Материал и все пространство, которое осталось у нас вокруг роз, мы будем наторцовывать, потом оно чуть привянет, пристынет, подвялится, как говорил товарищ Калм. И тогда будем его приглаживать. Желательно не заходить на сами розы. Прошло у нас минут 15, сейчас температура довольно высокая, и оно быстро подстывает. И сейчас нужно вот таким вот способом это все мы покрываем вот таким материалом. Это медь, декоративное покрытие торговой марки Фейдал. Вот она вот в таком состоянии. Это мы все вот таким способом наносим. И покрываем мы только выступающие части, то есть все вершки, поверхности. Потом еще мы слегка приполируем и еще раз наносим медь, потому как с первого раза
плотно медь не закрывается. Вот таким вот способом приполировывается первый слой. Второй, собственно, также. Ну и также наносится второй слой, чтобы сделать более насыщенную медь. Наносим слой, выделяем наши розы. У нас черная краска с воском. И вот такой вот гребеночкой, дворником мы его называем, мы снимаем излишки свершков. Свершков, излишки свершков. Таким вот способом.